Был обычный вечер пятницы. Я засиделся ВКонтакте со своим другом, Димой. Он написал мне, что может сидеть сколько хочет, потому что его родители уехали на выходные, и весь дом в его полном распоряжении. Мы сидели онлайн несколько часов, общались. Вскоре было уже достаточно поздно, и моя мама стала кричать, чтобы я шел спать. Перед тем, как выйти из контакта, я спросил Диму, что он собирается делать завтра, предполагая, что он мог бы заехать ко мне. Он какое-то время не отвечал, пока не появилась. Дима печатает вам сообщение. Потом ничего. Дима печатает вам сообщение. И снова ничего. «Ладно, чувак, мне пора спать, поговорим об этом завтра», — написал я. Странно, на него это совсем не было похоже. Он никогда так резко не бросал переписку. На следующий день я зашел в контакт. Дима был онлайн. Он извинился за то, что не отвечал мне вчера вечером, и сказал, что просто был занят. Мы немного поболтали, а после он сказал, что скоро ко мне зайдет, и у него есть что-то важное. Замечательно, но я спросил его, почему он не хочет сначала дождаться своих родителей, которые должны были приехать с минуты на минуту. Он сказал, что ему некогда, и ему нужно показать мне кое-что важное. Он сразу же вышел из контакта. Для него такое поведение было не характерным, потому что семья для него была превыше всего. И мне стало любопытно, что такого он хочет показать мне. Я ждал его с минуты на минуту, потому что Дима жил от меня всего в 20 минутах ходьбы. Как вдруг раздался звонок. Звонили его родители. Они только что приехали домой и были очень обеспокоены. Они спросили, не знаю ли я, где Дима. На что я ответил, чтобы они не беспокоились, потому что он должен прийти ко мне. Телефон на мгновение замолчал, а потом я услышал душераздирающий крик его матери на другом конце провода. Отец Димы перехватил у нее телефон и, собрав все силы, продышал в трубку слова, которые я не забуду до конца своей жизни. «Убегай из дома сейчас же. Дима здесь. Он мертв». Они нашли безжизненное тело Димы повешенным. Я в шоке положил трубку. Теперь мне стало понятно, почему он спросил меня, один ли я дома. Вдруг я услышал скрип задней двери. Первое, что пришло мне в голову, это быстро заползти под кровать. Я услышал звук приближающихся шагов. Я закрыл лицо руками, не осмеливаясь открыть глаза, но когда я решился все-таки взглянуть сквозь свои пальцы, я увидел пару бледных босых ног, вошедших в мою комнату. Очень медленно, почти как в замедленном повторе. Это были ужасные холодные ноги. Я не желал видеть человека, которому они принадлежали. Когда они медленно проходили возле моей кровати, я слышал скрип половиц. Сердце колотилось у меня в голове, и я затаил дыхание. Когда уже казалось, что бояться еще сильнее невозможно, в моем кармане громко прозвучал сигнал звукового сообщения. Оно было послано с телефона Димы. Там было написано: «Где ты?» Ноги резко остановились и повернулись по направлению ко мне.